Да, моя дочь. Так, значит, что ты делаешь? Что мы следующее делаем? Теперь ты засовываешь палец большой. Я знаю. Засовываем и щипаем. Делаем массажик. Щипаем, Дим, внимание, вот этот засунул палец, а вот этими пальцами щипаем. Массаж для пальчиков, массаж для бобра. Дим, может что-то другое сделаем? Может снежинки повыдавливаем на елочку? Мы что делаем? Мы вот так вот нажимаем. Если у тебя другой способ есть, я только рада послушать. Вот. Этот палец заходит сюда в середину, и мы его щипаем. То бишь, давай ты вот положишь свой и посмотришь, вот пощупай все со всех сторон. Видишь, она одинаковая, толщина одинаковая, все. Придавливать, чтобы? Да, щипать, умеешь щипаться? Ты, Артема, когда-нибудь щипал за нос, за ухо? Ну ты щипни его чуть-чуть, чтобы он чуть-чуть проснулся. Вообще-то я сегодня спал очень долго. Ага, значит тебе надо щипать. Хорошо. Но вообще-то Артём... Хорошо, Тима, все, я... Тут ты, Тима, молодец, ты все понял. Теперь проследи, чтобы там, где вот эта тонкая часть, здесь толстая часть. Мне чуть потрескало. И вот так вот мы вот так вот прокалываем. Вот, смотри. Чтобы нет. Это было нормально. Тим. Вот сюда засунь пальцы. Смотри, посмотри, какой толстый тут кусок внутри. Давай. А ты вниз? Блин, ты будешь, видишь будущее? Круто. Я пошутила. Ладно, давайте. Можно косточку от авокадо. Значит, тебе сейчас нужно, девушка, тебе нужно как бы наклеить такой блинчик. Шейку. А он какой? Круглый. Блинчик такой толщины, да? Наклеиваешь. Давай. Тим, ну как там у тебя? Пальцы у вас ленивые, ребята. О, это хорошо, конечно. Потому что мы с Артемом почти каждый сделать? Вечер... Вантузитесь. По миллион раз. Сделать типа сосисочку, потом... Слушай, ты меня слушаешь или нет? Сделай блинчик.